стране продолжается строительство и реконструкция автодорог. Так идет строительство альтернативной дороги стратегического значения «Север-Юг». Практически завершается третья фаза строительства автодороги «Сусамыр-Талас-Тараз», «Исфана-Карагач», «Бишкек-Карабалта» и другие. Выступая в парламенте, глава государства отмечал, что вопрос ремонта внутренних дорог также актуален. Впредь ежегодно будут отремонтированы по 3 километра дороги в районных центрах страны. Подробнее о строительстве и реконструкции автодорог республики расскажет Айза Дорунбаева. В Кыргызстане активно ведется строительство автодороги стратегического значения «Север-Юг». Общая протяженность трассы составит 430 километров. Сейчас стоит вопрос финансирования двух участков от Балыкчы до дороги Бишкек-Нарын-Торугарт от села Кочкор до села Эпкин. На строительство дороги «Север-Юг» дополнительно выделяется 68,5 миллионов долларов Азиатским банком развития. Из них 9,5 миллиона долларов являются грантовыми средствами. Остальное – кредит, который предоставляется на 32 года с льготным периодом 8 лет. Вложение государство составит 12 миллионов 750 тысяч долларов. В качестве процентов Кыргызстан выплатит Азиатскому банку развития 18 миллионов 100 тысяч долларов. Так, о ходе работы на дорогах президент Сооронбай Жээнбеков напоминал буквально на днях, выступая в парламенте. Хотелось бы сказать пару слов о ситуации в сфере экономики и ремонта дорог. Продолжается строительство альтернативной дороги стратегического значения «Север-Юг». Практически завершается третья фаза строительства автодороги «Сусамыр-Талас-Тараз». В рамках следующей четвертой фазы эта дорога будет построена до границы с Казахстаном. В скором времени также будет завершено строительство дороги «Исфана-Карагач». Продолжается работа по строительству дороги «Карабалта-Бишкек» и «Маданят-Джалалабад». Идет процесс согласования с донорами процедур по проекту строительства дороги Тюпкеген в рамках коридоров ЦАРЭС. Начались переговоры по строительству дороги Арал-Сусамыр, направленного на улучшение сообщения между Таласской и Нарынской областями. Идут работы по подготовке ТЭО по строительству южной части кольцевой автодороги Иссык-Куль. Вопрос ремонта внутренних дорог также актуален. Президент также отметил, что впредь ежегодно будут отремонтированы по 3 километра дороги в районных центрах страны. А Министерство транспорта и дорог сообщает о приложении максимальных усилий к скорейшему завершению работы и просит местное население и водителей проявить терпение, с пониманием отнестись к реконструкции. Необходимо отметить, что в последние годы дорожная инфраструктура в Кыргызской республике она улучшается. Это видно в соответствии с тем, что привлечены огромные средства и, соответственно, реабилитируются автодороги. Наиболее крупным проектом в настоящее время, как вы знаете, является осуществление проекта, мегапроекта, скажем, это строительство альтернативной дороги «Север-Юг», где идут строительные работы. В настоящее время, по проекту строительства альтернативной дороги «Север-Юг» протяженностью 433 километра, он поделен на три фазы. Так, накануне 22 апреля соглашение о предоставлении займа на строительство дороги «Север-Юг» между Кыргызстаном и Азиатским банком развития одобрил парламентский комитет по бюджету и финансам. Тем временем ремонтные работы полным ходом идут и на дороге Бишкек-Карабалта. Мы находимся на трассе Бишкек-Карабалта. Здесь проводится полная реконструкция дороги, которой занимается китайская компания China Railway номер 5. Сама протяженность этой дороги составляет 45 километров. Ее ремонт разделен на 8 участков. К примеру, здесь, на этом участке, проводится начальная работа. Прокладывают водопропускные трубы, а далее уже на саму дорогу начнут покрывать асфальтобетон. Отметим, работу по реконструкции этой дороги планируют завершить к 2021 году. Сейчас мы стоим на 34-м километре трассы Бишкек-Карабалта. Есть 8 участков, это пятый. Как вы видите, на данный момент мы проводим водопропускные трубы. Всего предусмотрено 154 водопропускных труб, из них мы закончили 107. Осталось еще 45. Эти 45 труб мы устанавливаем на 12 пунктах и надеемся, что к августу-сентябрю мы завершим нашу работу. Напомним, реабилитацией трассы Бишкек-Карабалта занимается China Railway номер 5. Общая сумма контракта 70 миллионов 239 тысяч долларов. Этот проект стартовал в апреле 2017 года, но саму дорогу мы начали строить в прошлом году. К концу этого года мы завершим реконструкцию и строительство всех мостов и 35 километров автодороги. Следует отметить, что раньше эта дорога была очень узкой, с двумя полосами. Теперь же у этой трассы будет 4 полосы.
А здесь проводится реконструкция моста. Вообще на трассе Бишкек-Карабалта проводится реконструкция свыше сотни водопропускных труб, 6 подземных переходов и 6 мостов. А над этим мостом работают 10 человек. Однако, в отличие от всей дороги, ремонт завершится уже через 2 месяца. Айзада Урумбаева, Бакыт Мамацаев, Пирамида.